З 24 лютого наше підприємство працює в режимі аварійно-відновлених робіт. Ми прекратили всі роботи, які відносяться до планових. Наші бригади готові для ліквідації будь-яких аварійних ситуацій. Тому для наших клієнтів пропоную наступну інформацію. По-перше, обслуговування клієнтів переведено в онлайн-сервіси. Очного прийому не ведеться. По-друге, ми не виконуємо відключень клієнтів за неоплату. Але наголошуємо, що платити потрібно, тому що люди, які забезпечують ваш комфорт, теж повинні отримувати заробітну платню та мати змогу купувати ті матеріали та обладнання, яке потрібне для ремонтів. По-третє, попереджую, що ніякого контрольного зйому показників лічильників ми не проводимо. Ті люди, хто приходять до вас в домівки, це шахраї. По-третє, в нас достатньо персоналу та матеріалів для того, щоб забезпечити безперебійне електропостачання в вашій домівці. Самое главное, что мы живем и мы работаем и продолжаем поставлять газ нашей экономике и во все наши дома. Вы знаете, какое сейчас сложное время, не буду повторяться, и тем не менее нам всем нужно быть активными и нужно быть ответственными. Поэтому компания, повторюсь, работает, все наши участки открыты, работают все дистанционные каналы коммуникаций. Пожалуйста, наши участки открыты для клиентов с 9 до 14.00 в Одессе и во всем регионе. Работает наш контакт-центр круглосуточно, работают чат-боты, работает мессенджер в Фейсбуке. Мы готовы отвечать на все вопросы. Я хочу поблагодарить наших клиентов за то, что в такое сложное время они оплачивают регулярно платежи, и мы собираем порядка 70-75% от поставленного газа, и это дает нам возможность резервировать газ на будущее. Газ есть, газ будет. Еще раз скажу огромное спасибо нашим клиентам за то, что они с пониманием относятся. Несмотря на то, что значительная часть одессита временно уехала, они все равно через дистанционные сервисы продолжают оплачивать. Нужно держаться, и мы, безусловно, победим. Все будет Украина.